Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, заберем для начала свои награды ежедневные и перейдем к заданиям. Так, открыть колоду, ну это проще простого. Выпадает нам либо хан, ага, либо паукус. Там, похожий фон. Так, здесь забираем. Так, пройти серию испытаний. Сегодня, ребята, мы, наверное, пройдем полностью смятение из другого измерения. Хотя... сейчас, секундочку. Хотя, возможно, у нас... ага, тут еще два дня. Да, скорее всего, мы пройдем. Тогда мы сейчас это пока делать не будем. Задание. Сразу заодно все сделаем. Так, сразимся в поединках. Да не буду я сейчас ничего делать. Так, ну-ка, Донателло, что мы там на тебя ищем? Ищем и никак не можем найти. А нам нужны комиксы, вот эти вот. Ну что, Маклан, поможешь мне? Спасибо, один комикс он мне нашел. Второй. Ну давай третий. Отлично. Так, и еще один последний комикс остается нам найти. Вот он. Замечательно. Так, продолжаем поиски. Нам нужно с тобой найти 9 биноклей. Отлично, один в кармане. Так, это отслеживающее устройство. А здесь опять у нас выпадает мутаген. Опять мутаген. И, короче, пошло все наперекосяк, я так понимаю, да? Хотя нет, смотри. Начинает выпадать. И это меня уже радует. Вот. Наваливают бинокли. Так, сколько нам еще там надо? Еще 4. Раз. 2. 3. Ну давай, 4. Плиз. Нет, не это. Вот. Так, ну что, ребята, 4 бинокля мы нашли. И нам нужно будет еще найти 12 кружек. Но я уже это буду в следующей серии искать. Поэтому забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа. Пройти серию испытаний. Уровень персонажа у нас 28 тысяч мутагена. Поэтому Донателло вполне прокачивается на 89 уровень. Ну что, теперь, я думаю, нам нужно пойти и пройти смятение из другого измерения. 50% ровно у нас пройдено, поэтому погнали. Раз, два, три, четыре, пять. На все про все у нас уйдет, наверное, минут 15-20 на полное прохождение. Но только это одной части, потому что первую мы с тобой прошли во время заданий. А тут уже целенаправленно у нас идет прохождение. Так, Бакстер, ах ты, не упал. Опять не упал. Ничего себе, крепкий малый, я не думал. На тебе. Переходим на вторую волну, и здесь у нас мутагеноид, муха и саблезуб. Ну-ка, давай ракетами вначале их. Так, понизили атаку, это уже хорошо. Минусуем с тобой муху. Шикарно. Давай волной. Не будем здесь долго париться. Мутагеноид упал, и, соответственно, саблезуб тоже падает. Вот как-то так, в быстром темпе мы с тобой проходим все вот эти вот испытания. Но это и плюс для нас. Так, двигаемся тогда дальше. Можно, в принципе, так по кругу пройти, потом серединку. Можно сразу серединку взять. Тут всего один поединок, поэтому давай, наверное, сразу пройдем здесь по-бренькому. Так, ну что, у нас тут черепашки-оригиналы. С ними можно быстренько покончить. Супер Шреддер делает удар. Как ты видишь, на них висит постепенный урон. Кусаем здесь. Ударчик тут. Так, Лео. А Лео взял провокацию, да? Окей, допустим. Ты не забывай, что у него еще есть отложенная смерть. И все, остальных убил постепенный урон. А другого расклада здесь и быть не могло. Ну что, мы с тобой продвигаемся дальше и... давай, наверное, пойдем вот сюда. У нас Бибоп, Рокстеди, Крис Брэдфорд и Кирби. Да ладно. Кирби тут такой страж, тоже я тебе скажу. Ха. Из него воин, как из меня балерина. Ну что, погнали. Начали клинки. Все, пол хп уже как будто и не было. И валунчик, наверное, ему для профилактики. Все. Ну что, бежим. Такс. А здесь у нас, наверное, вертушку сделать надо. Хм. А если так? Пускай отдыхает.
Так, ну что, после вот этого прохождения, ребята, естественно, мы пойдем еще на арену. Нам нужно занимать первое место. Так, давай-ка, наверное, сюда теперь пойдем. А вот, может быть, нам вместо Рафаэля взять Усаги? Усаги и Дзимбу? Да-да, того самого Ронина. Так, ну что, Хан, сейчас я тебе попробую навалять. Жалко, что у Усаги не было две атаки, всего лишь одна. Да что ты. Слушай, он не такой ватный на 80 уровне, я посмотрю. Выдерживает пару ударочков от хаев. Да хорош ты. Так, ну что, продвигаемся. Сегодня, ребята, я запарился заходить в игру Драконы Всадники Олуха. Просит обновить, я обновил игру. Захожу, как бы уже, ну, там нету никакого обновления, а он мне все равно пишет обновить игру. Не знаю, ребят, если ошибку-то не исправят, как я буду заходить, без понятия. Наверное, придется удалять и заново устанавливать. Так, ну-ка. Шварк готов. Ну что, Джастин, вонючка ты наш. Получишь по полной программе? Ах ты, не добил его Армагоша. Не хватило ему запала, да? С трех укусов расплющить Джастина. Почему-то, когда я за них играю, они у меня ватные. Когда играет за них компьютер, они у них сильные. Справедливости нету. Так, давай, наверное, также повторим. Можно, в принципе, взять и Микеланджело к нам в отряд. При желании. Хиллер, как говорится, лишними будет, и уклонение не помешает. Но здесь мы проходим на одном дыхании. Хотя, смотри, гриб. Что сделал? Паршивец. Звезданул и отнял довольно неплохое количество хп. Ну-ка, супер шредер, вешай на нас. Постепенный отхил. Теперь ракеты. Ну что, с первой волной разобрались, переходим на вторую. Так, Леонардо, давай-ка мы с тобой попробуем Бибопчика наказать. Отлично. Теперь волна. Так, интересно, успеем мы шваркнуть? По идее, должны. Две атаки, отлично. Так, теперь Рокстеди. Все, постепенно урон их должен добить. Прекрасно. На одном дыхании прошли. Я офигею, ребята, вы посмотрите, какая тут картина висит. Картина тостера на стене. Я только сейчас на нее обратил внимание. Так, ну что, двигаемся с тобой вот сюда. Не, Рафаэль, подожди. Пока без тебя. Хотя, с другой стороны, Рафаэль очень выгоден нам, когда он стоит в провокации, да? Он делает дополнительный урон именно на контратаке. Тем самым мы быстрее с тобой разбираемся с нашими противниками. Так, консервная банка тут выпендривается. Подключается вторая. Шипы не хочу тратить пока. Так, в минус. Консервная банка в минус. И добиваем. Так, двигаемся далее. Смотри-ка, какие красавчики тут стоят. Вредок. А ну-ка, Усаги, не подведи меня. Красавелла. Все получили по заслугам. Ой, зачем я... Твою налево, я хотел его, ребята, просто бомбануть одиночной атакой. Я точно не хотел здесь тратить клинки. Ой, ошибся я. Ну ладно, что сделано, то сделано. Ведь не проиграли в конце концов, да ведь? Так, раз, два, три, четыре. 4-5. Чего? Погоди, я не понял. А куда у меня вся пицца-то делась? А, мы с тобой искали, когда элементы на Донателло Космос. Мы же там потратили пиццу. Ну что, давай тогда здесь быстренько ее насобираем. В принципе, нам должно хватить. Там не так уж и много осталось. Тут, собственно, персоны пиццелицей. Давно, кстати, я его давно не бомбил, друзья. Так, и пиццы нам сейчас, ну, прилично должны дать. Нам должно хватить на фул прохождение. Так, 15 кусочков дали. Плюс у нас 2 было. Итого 17 здесь. Погнали. Мягкий пиццелицей на тебе. Хорошо, что здесь нету Микеланджело. Он бы, наверное, с удовольствием бы напал бы на этого пиццелицева и съел бы его. Он же у нас самый такой ярый любитель пиццы, насколько я помню. Так, у нас еще аж 3 события.
Так, хорошо. Хотя на самом деле пиццелицы вот этот вот похож, знаешь, на какую-то груду лавы. Вот если присмотреться, как будто вот если взять лаву и оформить ее в виде какого-нибудь человечка, вот он будет похож. Особенно вот как он выглядит, да, вот этот вот рот у него. Если бы не вот этот гриб и эти две колбаски, которые вот, вот кусочки, фиг скажешь, что это пицца. Ну что, остается еще совсем чуть-чуть нам, да, и пиццы у нас будет достаточно. У нас уже ее 63, тут еще 2, плюс 30, это уже будет 90 с лишним. 93 получается, да? За соточку, конечно, за соточку мы перевалим. Это будет вообще круто. Что-то Усаги просто на один удар валит этого пиццелицу. Неужели у нас только ватник, а? Так, ну что, 92 пиццы. И здесь еще 35. 120 там с копеечкой. Ну-ка. На тебе. С двух атак. Ну, последнего с двух атак. Отлично. Все. Друзья, мы победили, прошли, заработали себе пиццу. Это хорошо, что у нас было, да? Событие на набор пиццы. Так, а что у нас тут? Ага. Забираем награды. И продолжаем проходить смятение. Идем сюда. Так, подожди, почему Рафаэль у меня первым стоит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Непонятно. Почему это его переместили на первую позицию? Ну что ж, Арханчик, пора тебе получить. Ну, Шархан, на самом деле, да, тигриный коготь очень силен. Он даже силен, ребята, в этой игре, да? Сила порталов. Там я его вообще не смог пройти до того, как у меня все сохранения слетели. Хотел тут, ребята, реанимировать, ну, дойти до того места, где оно оборвалось. Но сейчас столько новых игр у меня висит, и все это нужно проходить. И не только на этом канале, а еще на втором своем. Кстати, ребята, вышла последняя серия, заключительная у нас, Стражи Галактики, так что можете заходить и смотреть. Так, ну что, здесь все у нас идеально. Погнали, погнали дальше. И у нас остается с тобой три всего лишь поединка. Да ё-моё, Рафаэль, отстань. Три поединка, и Крэнк будет наказан. И мы уже будем с тобой вскрывать сундучки с наградами. Так, Змейковьюн. Давай его так ушатаем по-бренькому клинками. Тыч, готовченко. Укус. Два укуса, отлично. Лео, давай, две атаки, ему крышка. Переходим на вторую волну, на последнюю. Так, мотогеноид, саблезуб и бакстермуха. На тебе. Минус саблезуб и, наверное, минус мотогеноид. Что-то Шреддер как-то не особо сильно бомбит именно мотогеноид, а, видимо, у него и сопротивление по классам. Ну что, Крэнк, ты уже трепещишь? По ходу дела, да? Еще один раунд, и мы уже приблизимся к нему. А он сделает вид, как будто, знаешь, потирает ручки, да? Такой довольный, типа он нас ждал, готов, как будто он во всеоружии. Угу. Из двух плюшек упадет, как всегда. Так, ну что, давай, наверное, ракетами бомбань. Да ё-моё, я хотел ракеты. Ладно, потратил приличный такой удар. На тебе. А у этих двойная атака, да? Вшариваем сюда. Отлично. Так, ну что, давай, наверное, валунчиком звезданем. Ага, Джастин. И Джастина в топку. Все, друзья мои, остается всего лишь один поединок. Это именно с Крэнгом. Ну что, друзья мои, вот и последний поединок. Так, Крэнк, ты готов получить? Я думаю, что он готов. Он уже, наверное, чаек там заварил для нас. Типа такой дружелюбный, да? Так, Ванька, не вздумай тут буянить.
Тикс. Укус. Так, пробили. Есть контакт. Ну что, а вот и сам любимчик Крэнк. Давайте, ребята, давайте сейчас будем его наказывать по всей строгости. Вот он. Видишь, потирает свои ручонки мелкие. В атаку говорит этому. А как робота вот этого звать? Кто-нибудь помнит из вас, а? Если друзья мои помнят, напишите мне в комментах. Ничего себе он вжарил. Ты, парень, не припухли? Это что такое? Ты посмотри, сколько он отнял здоровья почти. У Саги там или у кого? У Леонардо вообще практически половину хп отнял. Ничего себе. Что-то я давно его таким не видел. Злю... Так. У меня еще и, кажется, запрет был на лечение, да? Ну-ка. На тебе. Есть. Ребят, это постепенно урон его добил. Вот это нежданчик. Ничего себе он бабахнул. Что это с ним произошло? Никогда такого я не помню, чтоб столько отнимал здоровья у нас. Ха. Фу. Ну, главное, что повезло нам. И мы, ребят, забираем наши награды. Так, Рафаэльчик оригинальный. Майки, Лео, майки и сюрикены. Так, собираем подарочки. Так, нам бы что-нибудь такое полезное, что нам пригодится. Вон, выпал бинокль. Ловушки для маузеров. Что у нас тут еще? 3D очки. Ноутбук Дони. Пиццерезка выпала. Так, я не помню, это, по-моему, смартфон чей-то. Так, доска плюс геймпад. Сырный телефон. Ну, так себе, мало наград. Единственное, что вот $46, 37 пиццы и 6 телепортов. Плюс почти 13 тысяч мутаген. Вот это хорошо. Так, друзья мои, ну что, у нас остается арена. Где мы с тобой находимся? Лига Сёгунов 3 звезды. Блин, мы слетели, получается, да, с мастеров? А, мы даже и не дошли же до них. Или дошли? Что-то я не помню уже. Так, ладно, это уже не имеет значения. Давай начнем, наверное, возьмем Супер Шреддера. А Супер Шреддер, по идее, должен справиться, да? 67 уровень для него, в принципе, это... Так, разогревочка, скажем. Надеюсь. Надеюсь, что это разогревочка, действительно. А ну-ка. Блин, горелый. Ты посмотри, ладно, эти упали. Фух, хорошо, что он тут начал. Блин, а вот что мне делать? Я, наверное, буду сейчас защиту ставить. Мне нельзя его убить, он будет контратаковать, ты понимаешь? Эй, Рокул, ты что такое делаешь? Сейчас. Ать, я вот тебе про это и говорил. Иммунку. Допустим. О, не знаю, ну давай, Рокстеди, попробуй его сбить. Да. Ну, тут тоже ничего не сделаешь. Шреддер, просыпайся. Фух, повезло. Ну, главная победа. Так, и мы продвигаемся дальше. Смотрим сейчас. Это мы с Сёгунов должны в мастера перебраться еще там. Ух. 92 пока монетки у нас. 16-22. Так, я возьму, наверное, сюда Армагушу. Ох, как мы рискуем. Я беру одного Армагушу и надеюсь на то, что он с одной плюшки вынесет их всех сразу. И если не вынесет, это будет плохо. Проверочка. Пух. Да, Армагон меня не подвел. Шикарен, шикарен этот акуленок космический. Ну и мы с тобой двигаемся дальше. Так, ну что, возьмем, наверное, Леонардо. И вместе с ним пойдет Донни. Леонардо и Донателло. Хотя, опять же, Донателло не особо хорош по инициативе. И, как всегда, он не будет ходить вторым после Леонардо. Ладно, рискнем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, Лео, жги. Угу. Так, Шреддер, хорош, 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 хорош. Сейчас звезданет, блин. Ты посмотри, что делать. Ты посмотри, что творят, ну-ка. Ай, спасибо, Донни. Спасибо, молодец, выручил.
Не захандрил, как говорится, да, и не спасовал. Ну что, мы с тобой переходим на... Блин, 3-4 позиции. Чего так медленно продвигаемся, а? Скажи-ка мне на милость. Почему так медленно идет у нас продвижение? Я хочу тут ускоряться, как... Не знаю, как турбины лететь. Слушай, а вот здесь вот я, наверное, возьму вот таким вот образом. Так, а Усак... Подожди, подожди, у нас же тут Карайка со своей массовой атакой. Так что Усаги вряд ли здесь один мне поможет. Давай-ка мы возьмем с тобой Карайку тоже. Я хочу просто посмотреть, чья Карайка будет быстрее. Его 65-я или моя 70-я? Ну, понятно, что Усаги ходит первым. Его инициатива просто зашкаливает. Так. Все-таки моя Карайка ходит первой. Отлично. Так, ну что, вырубай. Угу, шарик. Ничего себе. Ты посмотри, как повезло Эйприл. Просто чудом каким-то. Я не знаю, ребят. Ее могли просто завалить. Причем в легкую. Так, Рафаэль, красавчик, завалил его. Ну что же, двигаемся дальше и смотрим, какая у нас позиция. Когда мы с тобой дойдем до мастеров-то уже? С 34-й мы на 16-ю переходим. Так, ладно. Дайте-ка нам что-нибудь такое, знаешь, 16-22, например. Так, друзья, что-то зачастили у нас вылеты по интернету. Так, ладно, возьмем с тобой Ванька, возьмем Джастина. Ванька, Джастина и... Раз, два, три. Ну, я не знаю, насчет Джастина, Ванек точно не должен подвести. Так, давай-ка, наверное, суперудар сделаем для начала. У-у-у, а что-то кисло-то, ребята. А ну-ка, тигриный коготь. Да, блин. Так, Пит. Слушай, я думал, что он сейчас будет захиливать. Но нет, он решил в атаку пойти. Крик души. Хоть кто-нибудь упал? Нет, все еще целы. Так, не надо, не надо, не надо, не... Джастин. Офигеть, Джастин 80 уровня чуть не погиб от этих... Маузеров. Нате вам подарочек. Я же говорил, что Ванька не подведет, но инициатива, конечно, у него. Он самый последний из всех сходил, прикинь. Самый последний. Хотя по уровню он, по-моему, самый сильный. Так, ладно, перейдем. Да что ты будешь делать? Нет, не перешли. А я уже думал, сейчас мы с тобой будем в лиге... Сколько там? В лиге Сёгунов, да? Или в лиге мастеров? Так, ладно, берем с тобой Шреддера. Раз, два, три. 4. Сейчас проверим, как у нас тут пойдут дела. Опять же, большой у меня, как говорится, расчет именно на него. Я надеюсь, он меня не подведет. Так, ну постепенно на всех, так что можно сказать, что здесь, друзья, победа. Победа за нами. Жить, просканировали. Так, добьешь? Да, конечно, добьет. Вот это, ага. Сплинтер и этот отдуплились от постепенного урона. Даже мне не пришлось ничего делать. Так, отлично. Двигаемся дальше. И Лига Мастеров, ребят, наконец-то. Наконец-то 89-я позиция. 44 отката у нас с тобой есть. Слушай, ну, давай-ка мы попробуем сейчас получить 17-23, вряд ли мне дадут. Ладно, возьмем тогда вот этих вот архаровцев. И вот так вот. Потом нам придется брать Супер Шреддера вместе с Армагоном или с Усаги, или вместе с Леонардо. В общем, они вдвоем будут топовые тянуть моих остальных ребят. Слабых, естественно. Так, шикарненько. Майки тут плеск свою затеял. А мы смертельную волну. Да, действительно, хорошо она пошла. Мы сейчас с тобой уничтожим Майки. Эти все должны погибнуть от... А, нет, Бибоп. Давай так, наверное, паутинку бросим. Есть. Все, расписали мы их по полной программе и двигаемся дальше. В Лигу Мастеров, конечно, 2 звезды хотя бы добраться. В идеале до 3. Не знаю, хватит ли у нас персонажей. Откатов так точно хватит. Извини меня, 44 штуки, это за глаза и за уши. А знаешь, почему так много накопили? Потому что у нас нет никаких событий, да? У нас чисто аренка, и вот поэтому здесь только и тратим. А в аренку мы играем с тобой не каждый день. Так, Армагон плюс Шреддер, значит, можно брать любых. Вместе с этой командой можно брать любых персонажей и, естественно, за них не переживать.
потому что им сразу всем кранты. Давай, Шреддер. Замечательно. И добивка. Все. Ну, таким образом, конечно, мы с тобой быстренько доберемся до трех звездочек. Надеюсь на это. Так, 73-я и становится 58-я. Да, прогресс налицо. Поехали. Даже не жалко тратить на самом деле здесь откаты. Потому что нам все равно их больше тратить некуда. Только лишь на арену. Так что спокойненько бомбим. Плюс 2 дня у нас есть расслабона. Как говорится, до следующего события. Поэтому 20 откатов можно еще смело заработать за этот период. Так, отлично. Потому что в день мы можем получить за рекламку 10 откатов. Ну что же, погнали далее. Какое там у нас сейчас место будет? Давай 35-е, 38-е, 44-е. Что-то как-то непонятно. То 20 ступенек пролетаем, то всего лишь там 15. Ладно, Шреддер. И возьму, наверное, Лео. Шреддер и Леонардо. Раз, два, три. А, тут же еще этих не отыграли, ё-моё. Ладно. В принципе, последовательность здесь роли не играет. Можно с тех начать, можно с этих. Погнали. Бамс. Все на постепенке висят, и Леонардо, естественно, их уничтожает. Прекрасно. Ну что, мы двигаемся далее, и сейчас посмотрим. Ну, вот сейчас должна быть точно 35-я, 32-я. Может быть, даже 30-я позиция. 28-я. Окей. Мне так лично это еще хорошо. Вот. Уже пошло 17-23. Это почти топчик. Самая последняя у нас идет 17-24. Это я покупкам имею в виду, так что все отлично. Прогресс, как говорится, налицо. Так, здесь против нас кто? Ванька, Бибоп, Рокстеди. Ой, какой Рокстеди, вы что, ребят? Два бибопчика здесь, Рокстеди. Ну ты речек даешь. Так, давай свою вертушку. Ушатаем, нет? Ушатаем, конечно. Я просто засомневался, что упадет ли Бибоп, который у нас в костюме кролика. Потому что у него было, ну, приличное количество хп. И он все-таки упал. Так, 14-е. 13-е. Ну и славненько. Это получается, что нам еще один поединок. Не, давай уж 18-23. Сейчас мы еще поединок с тобой срубим, да? И получается у нас, что мы перейдем на следующую лигу. Да, так и должно быть. На Лигу мастеров 2 звезды. А там и до 3 звездочек, как говорится, рукой уже подать. Вжариваем. Так, постепенно, но не на всех. Но в любом случае Армагон, конечно же, их добьет. Все. Все четенько. Ну что, погнали. Погнали наших вороных. Перемещаемся с тобой сейчас. Автоматом же, да? Ну-ка. Так, точно. Ну что, друзья мои, Лига мастеров 2 звезды. 97-я позиция. Поехали. Еще есть у нас, как говорится, резерв. Причем такой неплохой резервик. По персонажам вообще все отлично у нас. Раз, два, три. Откаты. Ну, даже если мы с тобой еще потратим десятку, 22. Да, в любом случае, за 2 дня мы окупим все это. Восполним и даже переживать не стоит. Плюс, еще не забывай, что мы с тобой бакинские копим. Нам их пока тратить некуда. Так что мы можем спокойно себе купить откатов. В прошлой серии мы купили с тобой телепортов, да? 250 штук, и у нас их аж 600 там с лишним. То есть нам за глаза и за уши любые там фармы проходить и тому подобное. Вот теперь нужно как-то набрать откатов. Где-то за соточку взять, и это было бы вообще круто. Так, 17-23. Ну что ж, давай возьмем эту команду. А если я возьму, например, Лео и Усаги. Это наша старая боевая команда. Лего, ой, Лего. Лео и Усаги. Так, ну что, давай посмотрим. Стоят хлопчики, да, здесь? Леонардо, ты первый, нет? Усаги, конечно же, Усаги будет первым ходить. После него уже будет Леонардо.
Хорошо, но Бибоп все равно, ребята, избежал участи, да? Ну, от вертушки Лео, конечно, тут спасения нету. Так, ну, а мы передвигаемся дальше. Тут совсем чуть-чуть остается у нас, да? 82-я становится 70... Оу, 69-я даже. 69-я, 17-24, ребята, все, это топчик. 17-24 это последние кубки, я имею в виду именно по количеству, которые можно в этой игре получить. Так что выше нам уже никуда не подняться. Будем вот набивать. Соответственно, чем больше кубков, тем быстрее мы с тобой продвигаемся именно по лиге. Так, хорошо. И Лео на добивку. Замечательно. Ну что, продолжаем? Конечно, продолжаем. Сегодня, пока мы не истратим всех наших персонажей, не закончим. Я думаю, что все-таки в лигу мастеров мы пробьемся в 3 звезды. Чуйка меня не подведет. Так, Шреддер, Армагон. 1, 2, 3. То есть, получается, мы с тобой 2 берем за откаты и троих персонажей, которые у нас есть в наличии. Судя по тому, сколько я посмотрел, это еще где-то поединка 3. А поединка 3 это от 14 до 15 кубков. То есть, получается, по ступенькам мы с тобой пройдем. Да, нам должно хватить. Но топовое место мы пока не займем. Нам чутка не хватит. Так, сейчас будет какая там? 38-я хотел, 41-я. Ладно, все равно еще пока терпимо. 41-я. Нет уж, давайте 17-24. Вы уже показали, что такой вариант есть, так что не надо мне тут идти на попятную. Смотри, раз, два, три. Да, еще 3 боя. Ну, как раз должно хватить. Как раз должно нам с тобой хватить. Так, поехали. Замечательно. Хоть кто-нибудь все-таки, ребят, да, но избегает постепенно урона. В данный момент это был Рафаэль. На Рафаэля не повесилось постепеночка, так что в любом случае, конечно, от валуна, от этого избежать очень шансов мало, как говорится. Ну, какая у нас 29-я? Ну да, 3 поединка и все. 3 поединка, и мы с тобой... Да ё-моё, вот же было. Так, возьму-ка я лучше вот эту вот команду. Лео плюс... Плюс Армагон. 1, 2, 3. Вперед, друзья мои, вперед. А не подведите, ребятулечки. Ну-ка. Опа. Я не понял. Это что за фокусы? Это что за фокусы, ты видел? Хан сходил, потом еще и Майки. Обалдеть, на 77 уровне у них оказывается инициатива круче, чем у моего Армагона на сотке вместе с Леонардо взятым. Зашибись. Да. Ха. Честно говоря, для меня это был нежданчик. Так, ну что, 17-24 ищем? Нет, давайте 17-24, я знаю, что вы хотите мне. Вот. Хотите мне мозги лишний раз помотать, но не получится. 1, 2, 3. Возможно, даже это будет последний поединок, и нам не придется, как говорится, откаты делать, тратить. Ну-ка. Замечательно. И добивка с вертушки. Фух. Закосили абсолютно всех. Ну что, давай смотреть теперь итог. Топчик, ой, топчик, переходим или нет? Да, мы перешли с тобой в лигу мастеров 3 звезды, 96-я позиция. Персонажа у нас, по-моему, больше не осталось. Хотя нет, осталось, так что давай, наверное, все-таки отыграем тогда уж. 1, 2. Ну и возьмем Криса Брэдфорда здесь. Так, для проформы, да, чтобы просто было
Забито у нас все. Так, Зек, бросай бомбочку свою. Чух. Да, конечно, на высоких уровнях он неэффективен, Зек. Но зато Шреддер всех добил после его броска бомбочки. Так, ну я думаю, где-то 80, наверное, вторая будет позиция. Может быть, 80-я. Глянем. 80-я. Все, друзья мои. На сегодня мы отыграли. Сколько у нас мутагена? Нам хватит Донни еще раз прокачать? Хватит. Давай-ка мы ему поднимем уровень до 90-го. Шикарно. Так, еще 10 левлов, и, соответственно, он будет сотым. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.